Чуть больше, чем за полгода парк Тивали преобразился до неузнаваемости. Здесь обновили освещение, заменили дорожное покрытие и установили новые места для отдыха. Не забыли и о самых маленьких. Для детей разного возраста в парке установили современную зону с мягким напольным покрытием. Реконструкция центральной аллеи парка Тивали мы приступили в ноябре прошлого года. На сегодняшний момент, в принципе, выполнено практически все работы. Осталось завершить посадку деревьев и сделать озеленение территории с посевом трав, то есть выполнить газоны. Самих цветов около 1000. А вот древесно-кустарниковая растительность, то есть это кустарник и деревья, около 470 штук. На двух детских игровых площадках мы уже, если вы увидите, смонтировали все игровые комплексы. Они предназначены для разных возрастных категорий. На подпорных стенах детских игровых площадок будут различные рисунки, орнаменты, которые отображать будут, ну, именно детские сказки. То есть для того, чтобы, ну, действительно было приятно пользоваться, ну, и отдыхать. Площадка для мини-футбола, значит, она уже выполнена в покрытии, значит, которое позволяет использовать данную площадку в зимний период как ледовый каток. В апреле месяце данный объект будет введен в эксплуатацию. Несмотря на прохладную погоду и продолжительную стройку, парковая зона по-прежнему остается центром притяжения жителей района. Ну-ка, увозили, вожу. Будем, конечно, гулять по парку. Раньше тут не было ничего, поэтому, в принципе, хорошо, что поставили для людей, для детей. Моя детская мечта. Хороших площадок с хорошим покрытием, мягким. Этого очень мало. Мы здесь были на прошлой неделе, увидели, что она возводится. Вот приехали погулять, несмотря на плохую погоду.